против украинцев, луганчан. Я хочу вот сейчас вместе с вами начать этот диалог, чтобы ни в коем случае не было никакой жестокости ни с одной стороны, никаких антитеррористических операций, потому что я считаю, что все нужно решить мирным путем. Вот те предложения, которые полностью отвечают вашим ожиданиям, потому что самостоятельность региона, она в том числе дает возможность строить культурную политику, языковую политику, сохранять традиции, воспитывать патриотизм в наших детях. Все это здесь, в этом договоре. Я просто предлагаю... Готов передать это. Пожалуйста, я прошу вас. Вот я отдаю вам это. И кроме того, это же...